Отец четырех детей, Кайрат Клышев, стал известен на всю страну как барабанщик протеста. Таким образом, власти политически преследуют активиста за участие в коще партии СИ. Агенты КНБ жестко взялись за Кайрата после его ошеломляющего выступления на субботаже 13 июня. Его барабана достиг коридоров Акорды. Режим начал давить на его семью и родственников. Незаконные обыски, изъятие техники и бесконечные угрозы членам семьи. Когда агенты КНБ не могут сломить человека, они начинают давить на его близких людей. За участие в поминальном шествии в селе Талапкер Кайрат отсидел в ВВС Карасайского района 8 суток. Сейчас под преследованием находится около 200 человек. Людей штрафуют. Сажают тюрьмы на 8, 10, 15 суток и более. То есть, представляете, их закрыли на 2 месяца только за то, что фактически они участвовали в осаре. По сути дела, реализовывали свое право. А после выхода из изолятора его снова незаконно задержали и посадили под уголовный арест на 2 месяца. Здесь написано статья 1 Казахстан Республики. А Республика Казахстан утверждает себя... демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями, которого является человек, его жизнь, его право. Право и свобода. Только в этом году Кайрата арестовывали 5 раз за участие в акциях протеста, а 22 августа даже судили 2 раза за один день. В начале июля он получил новый административный арест, при этом отбывая предыдущий. Бесконечным давлением власти стремятся вселить страх в гражданских активистов и подавить потенциал гражданского общества. Вы нас не пугайте. Там, телефон, слава богу, административными арестами мы все равно будем выходить, по-любому будем выходить. Не сдадимся, мы не сломимся. Лучше один день прожить как истинный патриот, чем жить овца всю свою жизнь. Мы не сдадимся. По-любому мы сменим этот гнилой, воровской, вонючий режим. Власти систематически преследуют многодетные семьи, которые борются за счастье своих детей. Но таких, как Кайрат Клышев, не сломать. Они пойдут до конца, чтобы Казахстан сбросил оковы назарбаевского режима и стал свободной страной. Он сидит в тюрьме не за себя, а за то, чтобы наши с вами дети жили в лучшем Казахстане. На месте Кайрата может оказаться каждый, кто не боится говорить правду и отстаивать свои права. Вместе мы можем помочь семье Кайрата пережить тяжелые времена. Его дети начали новый учебный год без единственного кормильца в семье. Если вы хотите перемен, но боитесь бороться за них, то помогите тем, кто борется и страдает за всех нас. Наша задача – защитить невиновных людей от политического преследования. Казахстанцы, не молчите, снимайте видео в поддержку многодетных отцов и присылайте их в редакцию канала 1612. Только объединившись, мы сможем прекратить беззаконие. Кайрат сидит в тюрьме за всех, кто боится за свою безопасность и остается в стороне. Алга ДБК, алга Казахстан, алга Куче партиясы. Бостанды! Бостанды! Бостанды!